Боты окружили меня, короче. Кентавр не хочет связываться со мной. Это опасные боты. Короче, такой свободный бой. Я там бензин остался, провожу. Крайне пойдем. Посмотрим, кто здесь появится. Кто появится, кто не появится. Чего-то змей не хочет со мной связываться, я не знаю почему. Блин, вот не хотят, не знаю.
Такие свободные бои, вот змеи, тоже не чувствуется в краськах. Был бы хороший интернет, можно было. Короче, все везде я воевал. Последний бой проведу в пустыне. Потом пересяду на свой. Да, кентавр слабый, но у меня кентавр, если сравнить, например, броню, змей, конечно, намного мощнее. Надо на них еще попасть. Если, например, это кентавр был бы, да, у него децл жизни остался бы. А змея не чувствует. Если, например, вот этого поджигателя не будет там, змея просто не почувствует ничего. Скорб они хорошо бьют. Если такой усилок будет, вообще шикарно будет. Малейшее движение, малейший там что-то не то. Видите, да, вот боты, они все хитрые. Ты не успеешь появляться, они сразу бьют. И знаете, вот в точку бьют, короче, не просто там. По-любому змеи это змеи. Так, надо туда полететь, они друг друга поубивают сейчас. Вот что мне не нравится, это везде, вот, не знаю, смотрите, куда он улизнул там. Вот такие бои. Всем спасибо, братва.